Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil, первая часть, ремастер. Вот, короче, продолжаем, значит, мы исследовать особняк, то есть исследовать комнаты, где требуется ключ латы, или латы. Так, сейчас, короче, мы с вами отправляемся, помним, да, к змее мы с вами пойдем позже. Сейчас мы с вами отправимся, короче, я беру синий драгоценный камень и гербицид. Вот, гербицид. Патроны мы нашли только от дробаша, но я надеюсь, что... Патрончики для пистолета там найдем, короче, в этом. В тех помещениях. Окей, так. Пойдем, наверное, поверху. Потому что здесь у нас ручка расхлябанная. Да, кстати, вы написали, короче, в комментах, чтобы я попробовал деревянную штуку возле кабины использовать. Давай-ка сейчас проверим как раз. Сейчас как раз это проверим. Типа вот это деревянное крепление использовать на штуке над камином, которая вот. Появился у нас какой-то, короче, электрошокер. Я не знаю, правда, откуда он вообще взялся. Вот. Не помню, что его, чтобы я брал его. Ну, видать, как-то я как-то упустил этот момент, что я взял. Так, окей. Так, от жары. Ага. Сейчас попробуем. Точняк! Это карта локации особняк второй, да. Я же говорю, что это карта. Но просто я не по... Ну, это карта локации, понятно. Просто я... Думал, она просто, короче, проявится. Ее надо... Ну, просто ее возьмешь. Потому что в оригинале такого как бы не было. Там, по-моему... А погоди. Там тоже зажигаешь камин. Но чтобы какую-то деревянную эту хрень ставить, я не помню такого. Ну все, короче, отправляемся туда. Этим гербицидом. В принципе, к змее можно будет отправиться и, в принципе, без патронов. Но это будет, как бы, нужно будет как-то уворачиваться от нее. Ее не обязательно убивать, даже я бы так сказал, не нужно убивать, не нужно тратиться на нее, потому что в дальнейшем, что в оригинале, что и здесь, она появится, ну, еще раз, там, где окончательно надо будет с ней драться. Так, погоди, поверху, ладно, поверху пойдем. Пойдем поверху, я сейчас, короче, вот здесь вот... Обойду так. Надеюсь, здесь собак нету. Я же тогда убил их. Обойдем сейчас. Вон-то собак здесь нет. Потому что там у нас превратившийся бегает. Ну да, превратившийся бегает. Вот здесь, короче, чувак тоже ходит. Надо как-то с ним разобраться. Я не знаю, как это сделать, правда. Надо как-то его отбежать, пробежать, не знаю. Бляха. Как бы так сделать-то? Лицом к лицу, короче, это. Ну, с ножом лицом к лицу.
Опасно, опасно. Надо либо сзади его как-то бегать, чтобы ножом щикать. Ай, тебя! Фу, хорошо, получилось, отлично. Отлично. Надеюсь, он вниз не спустится. А, сюда, в принципе, да что, где глаз стучишь? Сюда пока не надо. Надеюсь, из окон сейчас тоже не повыскакивают. Потому что... Так, использовали ключ лата, хорошо. Бля, значит, тут сейчас много зомби, по-моему, будет. Надо как-то, я не знаю. Опа. Вы возьмете батарейка. Что за батарейка? Все, понял. Батарейка, это, короче, этот шокер. Мы с вами, помню, на кухне брали батарейку. Подсвечник освещается холодным светом луны. Я понял. Где-то здесь зомби должны быть, надо аккуратно. Так, вот здесь, по-моему, льва надо сейчас ставить алмаз. Вроде как бы. Да. Так, а здесь есть инструкция. Тигр сияет синим и желтым светом. Патроны от дробаша. Ну, в принципе, неплохо, неплохо, да. Патроны от дробаша, но... Как бы, так сказать, мне бы не помешали патроны для пистолета. Потому что дробаш я не хочу тратить. Дробаш нам пригодится с этими, для хантеров. Что-то я чувствую, мы пол игры, короче, с вами с одним ножом пройдем. Я вот, если честно, я вот не помню, чтобы когда мы играли за Криса, мы вот так с ножом бегали. Ну, очень долго. Я что-то не помню. Потому что и бегали просто. Ну, ёп... О, патрон. Патроны. Патроны для пистолета. Патроны для пистолета. Аллилуйя. Так, одежда и различный хлам разбросаны повсюду. Окей, я помню, этот у нас встанет. Дверь уперлась во что-то и не открывается. Шкаф полный высококлассного алкоголя. Ба-ба-ба. Тихо там. Так погоди, там что-то взять можно. Хорошо. Хорошо. Так, что-то здесь есть? Дневник сторожа. Одну минуту. Просто зомби идет у него. Одну минуту. Мы сейчас почитаем. 9 мая 1998 года. Сегодня ночью играл в покер со Скоттом. С кем-то из охраны и следователем Стивом. Стиву очень повезло. Хотя мне кажется, что он шулер. Мерзавец. 10 мая 1998. Один из начальников поручил мне присмотреть за новым монстром. Он выглядит как горилла без кожи. Указания заключались в том, чтобы давать ему... живых животных. Когда я бросил ему свинью, он, казалось, начал играть с ней. Оторвал свинье ноги и выпустил кишки, прежде чем сожрать. 11 мая 1998 года. Около 5 часов утра Скотт разбудил меня. Напугал меня конкретно. На нем была надета защитный костюм. Он протянул мне еще один и сказал, чтобы я надел его. Сказал также, что была авария в лаборатории. Я так и знал, что что-то подобное случится. Эти ублюдки в лаборатории никогда не спят, даже по праздникам. 12 мая. Я ношу этот проклятый космический скафандр со вчерашнего дня. Моя кожа становится грязной и чувствуется зуд по всему телу.
проклятые собаки смотрели на меня странно, поэтому я решил не кормить их сегодня. Пошли они. 13 мая. Пошел в медпункт, у меня опухла вся спина, кроме того, она очень сильно зудила. Врачи наложили большую повязку на нее и сказали, что мне больше не нужно носить костюм. Все, что я хочу, это поспать. 19 мая. Утром нашел еще один волдырь на ноге. Я волочил ногу всю дорогу до собак. Они молчали с самого утра. Это странно. Я обнаружил, что некоторые из них убежали. Может быть, это их месть за то, что я не кормил их последние 3 дня. Если кто-нибудь об этом узнает, то у меня будут неприятности. 16 мая. Я слышал, что один ученый хотел убежать отсюда и был застрелен этой ночью. У меня горит и чешется все тело. Я постоянно потею. Я расцарапал опухоль на руке, и кусок гнилой плоти просто отвалился. Что, черт возьми, со мной происходит? 19 мая. Лихорадка прошла, но зуд остался. Сегодня голоден и ем собачью еду. 12 мая. Чешется, чешется. Скот пришел, уродливое лицо. Убил его. Вкусно. Чешется вкусно. Так, короче. Так, больше ничего нет? Бляха. А это, наверное, скот, да? Опа, второй очнулся. Ну и, короче, в принципе, хрен с ними. Мы больше сюда не вернемся. Зато я сэкономил патроны. Ладно. Там ломятся, короче, это, наверное... Так, мы открыли дверь. Там в окно, короче, ломятся, они вылезут, я думаю. Ага. Вон оно что. Понятно. Так, погоди. Там же еще какая-то дверь была закрыта. На какой ключ сейчас проверим? Ключ лад. Все отлично. Этот ключ больше мне не нужен. Здесь, по-моему, этот рояль, нет? Если надо будет. Да. Здесь рояль. Что-то написано в углу картины. Отмечает завершение особняка. А, уже. Смотри, на картине это особняк, короче, который. Ну, уже построенный. Вот так вот он выглядит. Нехилый, да, такой? Да, здесь лунная соната, короче. Деревянный угол из дуба приятно пахнет. Как отличное вино. Так, а патронов нет, да? Как всегда. Дорогой пианино. Так, ничего нет, да? Возьмите ноты. Moonlight. Лунная соната. Сонная луната, хотел сказать. Так, ну давай попробуем. Нет необходимости это использовать. Как, в смысле? Моя не понимать. Честно, вот пропали, осталось только начало их. А-а-а! Еще, короче, это. Надо искать. Я понял, надо искать. Ну, короче, сейчас отправимся в это. Гербициды. Гербицид использовать. Там, короче, где гербицид будем использовать, там. Получается. Много травы будет. Надо как-то ее всю забрать. Поэтому, знаешь, что я сейчас сделаю?
Че это было, че заколбасило так. Поэтому я сделаю так, следующее. Сейчас сюда зайду, короче, забегу, выложу все, что мне не нужно. Да, зайди. Все, что мне не нужно, короче, выложу. И отправимся уже. Так, получается. Бляха, я не знаю, дробовик мне брать или не брать. Хотя нет, я не надо мне брать дробовик. У меня есть 15 патронов хотя бы. Вот. Так, аптечку я оставлю. Я думаю, хватит 4 ячейки. Плюс я гербицид использую, будет 5 ячеек. Я думаю, хватит. Надеюсь, что хватит. Так, я думаю, может сохраниться. Всякий пожарный, короче. На всякий пожарный я сейчас сохраночку сделаю. Чтобы если чё. Потому что я не помню, насколько много зомбарей будет, ну, повыпадают из окон. Насколько я помню, там из окон должны сейчас повыпадать будут зомбари. Говоря вероятность того, что мы сделаем хедшоты, короче, это очень маленькая. Очень маленькая. И хотя бы еще одну обойму найти. Было поспокойнее. Посмотри, видишь, они там получается. А получается, когда я буду возвращаться, они попадут. Понятно, я понял. Так, стопы, это гербицид. Вторая, что за комната? А, здесь нет двери. Мне показалось, здесь дверь. Ты грабли так стоят. Мне показалось, там дверь. Окей. Так, здесь надо будет сейчас правильно, короче, повернуть ручку. Крышка водяного насоса открыта. Качать воду? Да. В какую сторону? Красную и зеленую. Погоди-ка. Так, получается, значит, зеленая. Зеленая идет у нас, ага, к траве, короче, к аптечке. Главное ее не испоганить. Надо красную будет нажать. А что я гербицид положить? Так, красную. Качать воду. Красный. Отлично. Угадал. Я один раз помню, как когда-то проходил, по-моему, закрыться как-то. Я, короче, это сжег эти аптечки. Маска, хорошо. Погнали. Раз аптечка. Два аптечка. Так, а там красные есть? А, они все зеленые, да? Три аптечка. А у меня красная есть трава, интересно, я не помню. Как раз таки все, все ячейки займет. Травы набрал. Ой, налечуся, ой, налечуся. Раз. Два. Так, одно оставляем. Может, я не помню, у меня, может, красная трава есть. Все, больше нет ничего, да? Блеха, патроны бы хотя бы какие-нибудь тоже лежали. Ладно, возьмем прыщавую маску.
Маску смерти без глаз. Ага. Так, у меня есть две маски, там, по-моему, 4, да, надо? Отлично. Маски сейчас выложим. Бляха, а что мне сейчас делать-то теперь? Где я еще не был-то? А, к этой. Бляха! Вот я, вот о чем я и говорил, короче, не попадали. Так, змее, к змее надо. Теперь к змее. Ну, перед змеей бы желательно было бы сохраниться, но, бляха, я столько тратить уже этих. Как их там? Сохраны. Ладно, попробуем без сохранки. Рисканем. Попробуем без сохранки. Так, эту маску я так выкладываю. А, что у меня там по траве-то есть какая-нибудь красная? А, у меня зеленые есть. Ладно, пока не буду я. Угу. Вот так. Короче, я оставляю себе спрей и вот такую зеленую траву. На всякий пожар, короче, я себе взял. Вдруг меня там эта змея начнет, короче, колбасить. Просто колбасить, дубасить. Так, теперь надо... Пойдем-ка. А, бляха, там зомби вылезли, они теперь будут мешать, там не пройти будет. Так, а какая дверь? Какая дверь-то, я не помню, вот это, да? Валим. Ну, в принципе, получается, змея, да? В принципе, все, я даже не помню, куда дальше идти. Идите в жопу. Где еще у нас там? Ключи-то у меня, в принципе, все. Ключ-то все, я использовал. Мне где-то надо листок для этой лунной сонаты, эти ноты найти. Все, я понял. Я вспомнил. Мне сейчас надо будет взять зажигалку еще. Ну, сейчас заглянем, короче, к сундуку. Зажигалку по пути, короче, к змее. Там будет еще дверь. Там будут ноты. Да. А у змеи, получается, должна быть маска, насколько я помню. Хотя фиг знает. Я не помню, блин. Может быть я правильно думаю, может быть я неправильно думаю. Короче, что гадать, сейчас проверим. Я возьму, короче, зажигалку, потому что там, типа, в комнате будет темно, ей там что-то будет не разглядеть, короче, и это... Она... потребует зажигалку. Ну, я думаю, мне хватит 3 ячеек свободных. Тем более, если меня там покусают, короче, я еще аптечку истрачу. Спрей я не буду тратить сразу. Я истрачу смесь из 2 зеленых трав. Потому что я думаю, это будет, ну как, послабже, да, аптечка. Хотя фиг знает, что из них помощнее. Спрей или 2 смешанные зеленые травы. Как, насколько я помню, получается одна трава. Она вылечивает, получается, 50%,
ну как, на 50% меньше, чем спрей получается. Две травы, в принципе, это как спрей. Хотя, возможно, может одинаково. А вот красная и зеленая, они мощнее, чем спрей получается. Так, что там с тобой, все в порядке? Ричард мирно отдыхает. Вам лучше пока оставить его в покое. Мирно. Еще бы он буянил. Хотя вакцину-то сделал, да? Может и буянил. Так, здесь зомби. Стоп. Та-та-та-та-та-та. Хорошо. Здесь глубокий тут коридор. Где ему что, башку снес? Ну-ка. Леха, я не вижу, я ему башку снес. Что-то он так быстро сдох. Кажется. Мне кажется, что да. Или я ему там так смачно, короче, порезал что-то. Порезали ему там что-то. Опа. Вот и патрончики. А вот и сокровенные патрончики. Надо будет зажечь сейчас. Так, давай изначально я зажгу сейчас. Подсвечник. Отлично. Так. На полках стоят бокалы. Окей. Ну, патроны взял, это уже радует меня. Это уже, ой, как меня радует. Как-то смотри, странно, стакан стоит. Как-то он под углом. Как это? Как это он так стоит, видишь? Как-то вот так. Как-то вот. Вот так он стоит. Это как? Я не помню, здесь, по-моему, зомби, нет? Да. Беги! Собака. Так, возьмите ноты. Да, хорошо, я взял ноты. Все, больше нет. Бокалы. Эй, вали! Все, пускай он здесь. Пускай он здесь живет, короче. Леха, я это... Походу... Да, у меня все, короче, шокеры кончились. Так, страница начала и конец отсутствуют. А, хотел с чем-то комбинировать. Ну что, давай заглянем, короче, к этой, да, к змее сейчас сразу. Закрыто. А, еще и ключ считать здесь. Вот что. Не, смотри, я, короче, ему голову не сшиб, получается, видишь, он лежит. Короче, мне надо ключ щита найти до тех пор, пока тот не превратился. Пока тот не превратился. Значит, нам нужно идти играть в лунную сонату. Идти играть в лунную сонату. Так, ну окей, ладно, это будет в следующей серии тогда, потому что у меня видос сейчас уже подходит к концу. Сейчас мы сохраняемся, и получается, в следующей серии мы с вами отправляемся в лунную сонату играть. Решим головоломку с этим, с гербом, да, получается. Там надо будет герб менять, ставить. Насколько вроде я помню, там
заработает, по-моему, головоломка с часами. Вроде как. И только потом нам надо будет змея. Ну, в принципе, это возможно, что все уложится как раз и в следующую серию. Как бы. Змея, головоломки. В принципе, я думаю, да. В принципе, я думаю, да. А где у меня все? А. Так. Ноты. Ноты. Зажигалку можно убрать. В принципе, вот это тоже можно убрать пока что. А где мне там? Комбинируем сразу вот так хорошо. Изучить. Заголовок «Лунная соната». Что там напишет? Тут целиковая, да? Вся «Лунная соната» в нотах. Отлично, отлично. Убирать я даже ее не буду. Ну отлично, я хоть патроны нашел. Это было очень стрёмно, короче, сходить с одним ножом. Вот. Окей, друзья. На этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.